Представляем боксеров. К красному углу ринга Руслан Демин, Санкт-Петербург. К синему углу ринга Артур Керимов, Самара. Первый раунд. Секунданты за ринг. Второй раунд.
синем углу ринга готовится к продолжению боя представитель города Самара Артур Керимов. Он кандидат в мастера спорта. Ему 21 год. Боксом занимается 9 лет. На ринге провел 124 боя, в 96 боях одержал победы. Является чемпионом Самарской области. Тренируется под руководством Сергея Елькина и заслуженного тренера России Николая Елькина. Рефери данной пары – судья всероссийской и международной категории Камо Аветисов, Краснодарский край. Секунданты